Друзья мои, приветствую. Прежде чем сыграть для вас мелодию на гитаре, я хочу выразить благодарность всем тем из вас, кто уже успел принять участие в сборе на новую гитару. Как вы знаете, перед уездом я решил обновить инструмент для того, чтобы гитара эстетично смотрелась на видео. И у нас еще с вами есть 9 дней до покупки гитары. Простите, 8 дней. Так что вы можете вложить свою лепту. И потом, когда гитара будет светиться во всех последующих моих видео, вы будете знать, что эта гитара имеет к вам непосредственное отношение. Или вы к ней будете иметь непосредственное отношение. Хорошо. Теперь, прежде чем сыграть эту мелодию, а буду я играть ее по нотам, я отмечу такой нюанс. Некоторые спрашивают, для чего учить ноты? В принципе, если в вашем репертуаре одна, две, ну, может быть, три мелодии, то, может быть, ноты и нет смысла учить. Тем более, если эти мелодии предельно простые. Но если вы хотите ваш репертуар расширить, то я считаю, что знание нот, оно крайне необходимо. И еще вот почему. Дело в том, что когда у вас достаточно большой репертуар, и вы хотите радовать красивой музыкой не только себя, но и окружающих, вы можете положить в любой момент ноты, даже которые вам не знакомы, мелодии, и сходу с листа сыграть, чем самым себя порадовать и слушающих вас людей. И еще такой момент есть. Для того, чтобы заучить мелодию наизусть, требуется достаточно большое количество времени. Все, конечно, относительно, зависит от длины произведения, как долго оно звучит, от сложности произведения. Но мне кажется, что мелодии учить даже сложнее, чем стихотворение. Потому что стихотворение, когда вы заучиваете, вы учите всего лишь один смысл, который передаете посредством слов. А когда вы учите наизусть музыку, вам нужно не только основной смысл передать. Эта мелодическая линия, как правило, самой верхней партии ее ведет, его смысл ведет. Но еще необходимо выучить басовую партию, еще необходимо заучить определенные арпеджио, гармонические ходы, какие-то пассажи, штрихи различные. И все это вместе, когда суммируется, то получается достаточно сложно некоторые произведения учить. И вот в этом случае очень сильно помогают ноты, знание нот. Вы открыли листочек, положили перед собой, сыграли и получили удовольствие. Хорошо, буду я сейчас для вас играть мелодию, которая называется «Таганка» в обработке Копенкова. Здесь в нотах написано, что это фольклор. Но раз написано, что это фольклор, значит фольклор.